Ах ты ж тварь бессердечная! Жека, 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 миленький мой, вставай, пожалуйста, Жека. Жека! Ух, слава богу, ты жив! Давай, пошли, пошли, Жека. Да, я знаю, что тебе больно, пошли со мной, пошли. Да ты с ума сошел, давай со мной, пошли, Жека. Давай, миленький мой, пошли со мной. Не стой там, нам нужно выбираться отсюда как можно быстрее, да, пошли. Медленно, пошли. Офигеть, бедный малый. Тварь, иди сюда, тварь зеленая. Пошли сюда, Жека. Пошли, бедный малый. Я знаю, что тебе больно, но я тебя отвезу. Ах, ты ж, сколько же вас тут. Нам нужно выбираться сюда как можно быстрее. Тут много бандитов, зомби. Я сейчас не до этого, чтобы с ними сражаться. Я обещаю то, что вернусь за твоей мамой. Но сейчас нам нужно выбираться сюда как можно быстрее. Так. Так, заразы. Давай, Жека. Я надеюсь, в этом вертолете есть топливо. Нам нужно отправиться в больницу. Пошли, Жека. Я тебя там уложу на кровати, будем там лечиться. Я тебе обещаю, с тобой все будет хорошо, ты поправишься. Давай садись в вертолет, давай быстро. Есть тут... Да, топливо на максимуме. Жека, ты сел? Дай мне секундочку, я посмотрю, что тут есть. Может, тут еще топливо есть, а то, может, нам не хватит долететь до больницы. Да. Есть еще топливо. Жека, ты готов? Больно. Я второй раз в жизни летаю на вертолете, но надеюсь, что все будет хорошо. Жека, ты там держись. Я постараюсь сделать все как можно лучше. Полетели. Ну, с Богом. Жека, будет немного трясти, но потерпи. Все будет хорошо. Я очень на это надеюсь. Ай, давай. Жека, я знаю, что тебе больно, но я пытаюсь прилететь туда как можно быстрее. Надеюсь, то, что я смогу-то найти какую-то аптечку или еще что-то в этой больнице. Как же все сложно. Так, вот. Тихонечко. Жека, держись, Жека! Так, сели. Нет. Офигеть-ка. Жека, еще один круг. Давай, потихонечку. Жека, мягкая посадка. Офигеть, справился. Давай, вылезай, мой миленький. Давай, нам нужно спускаться как можно быстрее, пошли. Все там спокойно, нет? Пошли. Пошли за мной. Офигеть, стой там, я разберусь с этими зомби, давай. Давай, так, больница. Что тут есть, какие-то... Я не знаю, что тебе найти, Жека, зелья какие-то лечебные или... Аптечку, может, еще что-то. Я не знаю, что тут может быть. Так, тут все пусто. Пошли. Будем идти, будем про... Ай! Стой там, Жека, стой! Идите сюда, твари! Офигеть. Пошли. Быстро, как можно быстрее. Да, я знаю, что тебя все болит. Пошли за мной, Жека. Так, тут есть что-то. Нифига. Бэкпак. Большой рюкзак. Ладно, потом разберусь. Сейчас не до этого. И патронов нету. Нет, еще есть. На пистолет еще есть патроны. Офигеть. Жека, стой. Ах вы, заразы. Идите сюда. Ладно. Жека, назад. Офигеть, не смотри на это. Давай пошли сюда, может тут есть открытые комнаты. Нет, тут все закрыто. Нужно пробираться дальше. Может там будет какая-то палата, может там будут какие-то зелья. Давай, Жека, за мной. Я не знаю, может тебе куда-то уложить капельницу тебе найти или еще что-то. Жека, давай не отставай, там может быть опасно. Так, сейчас я проверю. Нет, тут вроде никого. Тут есть что-то вообще в этой конченной больнице. Тут пусто. Тут тоже пусто. Ладно, пошли за мной, проверим, что тут есть. Да охренеть! О, чуть не обосрался. Давай сюда, Жека, давай за мной. Так. Заходи. Мне кажется, тут будет охрененное место, чтобы тебе прилечь. Я даже не знаю, Жека, наверное, ты тут останешься. Останься тут, не волнуйся, я за тобой вернусь. Мне просто нужно найти зелье или аптечку, или еще что-то, чтобы тебе помочь. Это еще что такое? Так, зеркало. Да, не очень. Костюм медсестры какой-то. Лучше я буду в этом ходить. Я не знаю уже, как... Давай, ложись на кровать, сейчас мы разберемся. Я просто даже не знаю, что мне сейчас делать, а. Ой. А, Жека, давай ложись на кровать, я обещаю, все будет хорошо. Так,
Держись, держись, малый, держись, малый, я ща вернусь. Я ща вернусь, главное, чтобы его никто тут не заметил. Ну, вряд ли тут уже кто-то будет. Может, только этажами ниже. Наверху уже точно никого не будет, потому что я со всеми уже разобрался. Так, ладно, нужно спуститься, посмотреть, кто тут есть, что тут есть. Может, ему что-то пригодится. Так, там открытая дверь. Там открытая дверь, может, там кто-то есть. Нужно все проверить. Так, что у нас тут есть? Что тут есть? Тут ничего. Что там за темный коридор? Я туда даже идти не буду, даже не смогу туда пройти. Фиг его знает. Если тут оставили вот эту баррикаду, значит, туда опасно ходить. Так, ладно. Кухня, кухня. Что на кухне может быть? Водичка, водичка, водичка пригодится ему. Что тут еще есть? Тут ничего. Тут борщ. Борщ. Ну, ничего. Малому нужно перекусить как-никак. Силы восстановить. Так, тут ничего нету. Тут тоже ничего нету. Ладно, ладно. Что тут есть? Что тут? Так... Офигеть, офигеть, офигеть. Ванная комната, туалет. Нужно запомнить то, что тут есть туалет. Рабочий душ, ванная комната и все остальное. Нужно запомнить. Я надеюсь, малый поправится, и мы тут сможем хотя бы немного обустроиться в этом... В этой больнице, немного пожить. Тут, в принципе, есть все удобства. Есть кухня, есть ванная комната. Главное, очистить больницу от зомби. Обустроить ее, застроить баррикадами. И главное, чтобы все было в порядке. Так... Там что? Там забаррикадировано, я туда не смогу пройти. Фу, так, дверь открыта, может там кто-то даже будет. Нет, никого, 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 никого. Так, а тут еще, кстати, есть одна палата. Ладно, тут... Тут, 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 тут! Так, зелья, зелья регенерации, аптечка. Тут что есть? Так. Так, баррикады, баррикады пригодятся. Опа, 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 еще зелья. Зелье силы? Тут что, тут что, тут что? Нет, нет, а вот тут. Еще зелье восстановления. Так, Жека, 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 держись, я сейчас приду. Держись, малый, мы тебя вылечим. Все с тобой будет хорошо. Я обещаю то, что я вернусь за его мамой. Я вернусь за его мамой и перебью нафиг чертям собачьим этих всех бандитов. Перебью до последнего за Жеку и за его маму. И за всех, кто пострадал от этих бандитов. Жек, Жека, держись, 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 малый, держись. Жека. Жека, отвечай! Твою мать, держись, малый, с тобой все будет хорошо, ты слышишь? Я обещаю. Так что, ничего не помогает. Зелье восстановления. Нет, 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 Жека, не умирай, Жека, пожалуйста, нет!